Всем привет, меня зовут Андрей, и сегодня я хочу представить вам гитару Swing. Это корейская гитара, практически 100%. Корпус из липы, гриф из клена. Единственное, что здесь не корейское, это машинка Wilkeson. По-моему, все-таки английская машинка. Остальное все как всегда. Классический, проверенный временем корпус. Не менее классический гриф. Локовые колки. Две ручки громкости тон, естественно, общие. Стандартная пятиступка и вот такая штука. Вот мне очень нравится она, вот такая штука, которая переключает вот этот хамбакер в сингл. Гитара чем хороша? Гитара хороша тем, что если ты не знаешь, что именно ты будешь играть, если ты не определился еще в выборе своего стиля, эта гитара очень подходит для тебя. На ней можно играть практически все, потому что есть и два сингла, и хамбакер, можно сделать три сингла. В общем, играй и наслаждайся. Если ты, дорогой друг, еще не знаешь, купить тебе такую гитару или не купить, я хочу сказать тебе, что кроме вот этой вот достаточно хорошей гитары, особенно по своей цене, тебе еще дадут вот такой вот кейс фирменный вместе с гитарой, вот такой вот с кармашками, тут совсем полужесткий, теплый кейс, и вот такой вот набор гнутых ключей, с которым ты сможешь настроить практически полностью всю гитару. Ну вот, в общем-то и все. Всем пока.